Добрый день. Ветровки сток. Каждая была в индивидуальной упаковке, при этом с этикетками. Итак, Боха Эль. Это куртка, которая имитирует замшу. Посмотрите, у нее какая бахрома и спереди, и сзади. Прям такая вот ковбойская тематика, очень интересная. Жилетка Эль, джинсовая. От Боха летняя... подождите, это New Look. Летняя пальтишка по размеру 10. Оно с подкладом, но без пуговиц. New Look. Эсмара. 44 размер, плащ. У него внутри есть подклад, сетка. Капюшон у него отстегивается. И у него, знаете, такая ткань, которая будет немножко отталкивать воду. Я не скажу, что он не будет промокать, но, по крайней мере, вода будет скатываться. Если еще стирать правильным гелем, Эсмара, 44 размер. Так, здесь у нас Цеунда, такая полупарка, ХБ. Вода, конечно, будет промокать, но у нее есть подкладка, которая будет это удерживать. 36 размер, Цеунда. Вот такая ветровка, это пыльник, вот у нее, смотрите, даже подклада нет, о, то есть это пыльник, XL, и вот такая же L, и будет еще третья такая же куртка, вроде бы тоже L, в самом низу, ну, это просто супер, Inside, размер M-ка. При этом, честно говорю, она может быть как женской, так и мужской. Но мне кажется, судя по плечам, что это женская куртка. В этом году они очень актуальны. Совершенно классный плащ. 42-44 по размеру. Ткань тоже будет отталкивать воду. В casual стиле, а знаете, у него в чем прикол? Посмотрите. Все-таки размер-то же большой, правильно? У него абсолютно классный хлопковый подклад, хлопок, который приятный к телу, и люди с таким размером, ну, скажем так, они такое ценят. При этом он стоил недешево, 119 евро, когда был в Европе, вот. Ой, casual стиль, 42-44 плащ, женский. Это Цеунда, это тоже хлопковая парка таким интересным подкладом в горошек. Видите, такая милашечка. 36 размер хлопок. Джинсовая куртка мужская от Джек Джонса. По размеру, ну, скорее это ML. От Остина Элька. Ветровка мужская на подкладе. Casual стиль. А вот это спорт 2XL. Да, у нее есть подклад, который сетка. Капюшон, нет, 2XL. И вот такой вот бомбер. Там был XL, был L, и это тоже L. Итак, это небольшой лот ветровок к сезону весна-лето. Стоимость смотрите под видео.